Всем привет! С вами Александр Навасов, и сегодня я вам расскажу про мои скины в CSGO. И сегодня вот такой интересный видеоролик, и начну я сегодня с ножа, который я выбил в прошлом видеоролике. И вот так он вот выглядит. Да, это кровавая паутина, медвежий нож, немного поношенный, но сегодня не об этом. Сегодня я вам покажу свои драгон лоры. Итак, ладно, заходим к себе в инвентарь. И здесь у меня разные драгонлоры. Первый из которых будет это этот. Заменяем его. И теперь спавним. Он спавнится у нас. И теперь можно его рассмотреть. Итак, это закаленная в боях. Ну, как вы знаете, сейчас я вам даже показывать буду это все. Это флот 0.99731237. Паттерн 18. Такой вот. Вот так вот он выглядит, но в игре, конечно же, он выглядит вот так. То есть, на самом деле, так и для закаленного боя, это, ну, очень даже круто. Ну, я не знаю, для меня нормально. Ладно, следующий у нас это будет другой Dragon Lore. Спавним его. И следующий Dragon Lore это у нас такой. Это немного поношенный. И флот у него 0.09637500. Немного поношенный. И выглядит он достаточно-таки круто. И, ну, конечно, не как прямо золото, так как есть скотские всякие разные. Здесь скотские есть. Но в основном таки нормальный скинчик. И то есть, вау! Круто-то. Вот, Dragon Lord. А выглядит в игре он вот так вот, то есть... На самом деле незаметно, что он немного поношенный, если не смотреть на приклад, а просто играть. Такое самое нормальное оружие, которое можно поиграть. Дальше у нас идет это другой Dragon Lore. Сейчас открою его. Это у нас опять у нас закаленный боях. Флот у него 0.72732127. Паттерн 495. И выглядит он вот так. Я сейчас я вам показывал, спавним его, и пока что я перезапущу матч. Так, все. Выглядит он так, и да, это закаленный в боях, но уже покруче, чем был тот. Да, это покруче немного. Но мы сейчас это все разберем, как это все выглядит. То есть, если вот так вот рассмотреть, то это закаленный в боях, но это лучше. Вот в этом и отличается весь флот и паттерн. Потому что в том был 18 паттерн, в этом же у нас другой паттерн. Прямо с завода идет у нас, это у нас такой вот интересненький уже АВП. Здесь у нас прямо с завода, то есть коциков вообще нету. И угадайте, какой у него флот, вы никогда не догадаетесь. Флот у него, как ни странно, у нас флот на этом АВП. 0.01320421. Паттерн 393. И он выглядит очень даже круто вообще. Коциков вообще нету. Так, дальше идет другой прямо с завода. Тоже крутой скинчик. Перезапускаю карту и смотрю на него. Так, другой же у нас это вот так вот выглядит. То же самое. То есть можно даже сравнить. Ну там есть коцики, здесь коциков также нету. Здесь нету ничего. Вообще, и так, все, ладно. Здесь что у нас есть? Здесь у нас... Угадайте, какой флот. Здесь у нас 0.00002748. И, короче, здесь паттерн 12. Это просто офигеть. Такой АВП сложно на самом деле найти. И, в общем, вот так вот оно выглядит. Оно очень даже круто выглядит. Оно прям вообще идеально. Оно идеально. Ну, вообще круто вообще. Так, ну мы идем дальше. Это самое вот такое, самое крутое АВП, которое вообще у меня есть. Так, дальше идет опять закаленка в боях. Это у нас 0.93723601.
Паттерн 196, и сейчас я вам покажу, как он выглядит. Перезапускаю матч. Так, это у нас было прямо из ОДА. Сейчас закаленка в боях. Так. Это у нас закаленка в боях, выглядит она так. Но мы сейчас все это рассмотрим, еще все закаленки в боях, так что все нормально. Так она выглядит, и, ну, для нее, конечно, для закаленки в боях я тут ничего не могу сказать, потому что это просто закаленка в боях, некрасивая, черная. Даже не, я не могу сказать, что это стандартный скин, это просто, просто черный скин и немного нарисовано вот эти вот драгонлора. Но вообще, этот скин лучше тем, то что он черный, у него черный цвет и такое вот сложно найти. Дальше у нас идет, это опять у нас прямо с завода. Прямо с завода у нас здесь 0.00217273. Паттерн 495 опять. И с паттерном, сейчас вам покажу. Вот. Выглядит он так. То есть разные паттерны, разные драгонлоры. И уже выглядит этот прямо с завода. Тоже как вообще, как прямо с завода. То есть ни одного коцика на прикладе, вы сами можете посмотреть. То есть нигде нету здесь. Я только что показывал. Нету коцика вообще нигде. Вообще нигде. Где бы вы ни посмотрели, их нету. Ну, кроме как здесь, то здесь просто это не игровая страна, и ее как бы не видно. Вот, вы сами можете посмотреть анимацию. Ее не видно на игровой стороне, то есть достаточно такие прикольно это все выглядит. Так, ладно. Идем дальше. Следующий у нас Dragon Lore. Это у нас такой. Это у нас опять прямо с завода идет. 0.00072117. Паттерн 137. И тоже крутой АВП, только другое уже это. Ну тоже так вот выглядит все. Окей. Ладно, в игре же он выглядит, сейчас скажу как. Выглядит он в игре вот так вот. И достаточно таки вообще не отличить, если вот так вот наблюдать, смотреть. Вообще это все вот так вот выглядит. То есть вообще не отличить, вообще вот эти прямо заводы, они вообще не отличаются. И как-то так выглядит. Достаточно также редкий этот скин, вот эти вот нолики. После полевых дальше идет. После полевых это 0.26726267. Паттерн 680. И выглядит после полевых уже так. Как вы знаете, в прошлом видеоролике я выбил целый Dragon Lore, и мне он выпал после полевых испытаний. И это, ну как бы, можно сказать, что это его, даже можно сказать, что это брат его. Потому что он выглядит почти что так же, как тот, что мне выпал. Ну почти что так, я не говорю, что он идентичен, нет, он не идентичен. Но выглядит он так, я вам сейчас покажу. Сейчас перезапущу, так. Выглядит он вот так вот. Вот так вот он выглядит. Вот. Да, кто-то сейчас скажет, Dragon Lore как Dragon Lore, ничего особенного нет. Но у каждого свой паттерн, у каждого свое качество, у каждого свое дело есть, так сказать. Так, после полевых испытаний последний АВП Dragon Lore на сегодня. Это тоже после полевых, но заметьте, здесь у нас было такое качество, ну сами заметили. И здесь у нас совсем другое, здесь уже этого коцика нету. Смотрите, еще раз показываю. Здесь этот коцик есть. Вот он. Раз, два, три. Окей, да? Вот эти запомнили. Раз, два, три. На прикладе. Здесь смотрим. Раз, два, три. Совсем уже текстура другая. Видите, да? Здесь мало покоцано. Здесь по-другому покоцано. 0.25741547 3. Паттерн 116, и выглядит он вот так вот. Вот здесь вот уже все прям вообще прям черный цвет на прикладе. Если на прошлом было вот так вот как бы еще, ну как бы не мало заметно, то здесь у нас прям качество прям вообще для этого прям здесь чисто прям черное. Здесь ни одной прям этой капельки этого драгонлора не видно. Здесь у нас видно только черный цвет. Здесь у нас видно только вот это вот какие-то такие
потертости на прикладе, здесь же таких потертостей нету, здесь они другие, просто раз, два, здесь другое, вот. Покажу еще раз, здесь мало что есть, здесь не такое прям вообще, так сказать, пятно, здесь совсем все по-другому, окей, и выглядит в игре оно так, смотрите, смотрим. Выглядит оно так. То есть, заметили, вот смотрите. Вот, сравните этот с этим. Конечно, есть разница. Вот остановите видео, верните его назад, и вы узнаете эту разницу. Так, ну я на этом не останавливаюсь. Я сейчас буду сравнивать три драгонлора сразу. Поэтому я перезапускаю матч, быстро скидываю АВП. Я это не буду трогать, я буду это трогать. И раз... Переходим на этот. Тоже. Хоп. И вот этот тоже. И получится. Сейчас я куда-нибудь выкину этот. Вот так вот сделаю. Так, здесь у нас это самый ужасный вообще драгонлор, который вообще есть. Так, здесь у нас это уже покрасивее, с другим уже. И третий это у нас тоже ужасно. Но самый, я думаю, ужасный, это был вот этот вот первый, который я взял. Он прям вообще, он весь черный, прям вообще, он прям черный-черный. Насколько я знаю, он прям вообще вот этот... Это он, да, это он. Вот этот первый. Это он и есть. Это он и есть. Это 0.99713 1, 2. Итак, друзья, на этом мы заканчиваем гайд по драгонлорам. Сегодня я вам рассказал о 10 разных качествах драгонлоров, о их флоте и паттерне. Я думаю, вам понравилось. И у меня 10 разных драгонлоров. Я вам их показал. И вот здесь накиданы всякие разные. В общем, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал на вас. Подписчики мне под видео. Всем удачи и всем пока. Кстати, не надо говорить, что это скинченджер и так далее, что это не настоящие скины. Скины все настоящие. Вот так вот как-то. Все.